эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте, в студии Алена Кукулева. Вот некоторые темы выпуска. Импортозамещение в действии. В регионе создадут крупнейший центр по производству лекарственных средств. Вердикт невиновен. Доказана непричастность рязанского офицера к делу об обрушении казармы. Совсем как новый, губернатор посетил восстановленный станкозавод. Не установил счетчик, заплатив 5 раз больше. Коммунальные услуги становятся для рязанцев все дороже. Не дожидаясь весны, приступить к ямочному ремонту дорог. Такое поручение дал губернатор Олег Ковалев. Глава региона отметил, что в условиях оттепели, частых и резких перепадов температур и осадков, качество дорожного покрытия значительно ухудшается, что при активном автомобильном движении провоцирует появление ям. О рязанских дорогах в России слагают легенды. Во многом это оправдано. Ведь относительно ровной проезжая часть в нашем регионе становится лишь зимой, покрываясь толстым слоем льда и снега. И вот долгожданная оттепель. Да радости от этого не прибавилось. Причем ни у автомобилистов, ни у пешеходов. Многочисленные дорожные неровности проступили и на проезжей части, и на тротуарах. Многие специалисты утверждают, что причиной вечного дорожного апокалипсиса в нашей средней полосе является климат, в котором асфальтное покрытие чувствует себя некомфортно. Есть ли смысл оспаривать данное утверждение? Вряд ли. Но такие красочные ямы в центре большого города, независимо от перепадов температуры, встретишь крайне редко. И несмотря на недавние заявления главы региона о том, что с ремонтом дорожного полотна до весны тянуть не стоит, и можно бы уже начинать приводить проезжую часть в порядок, ситуация не меняется. Когда начнутся ремонтные работы, пока неизвестно. А так уже хотелось бы. Сегодня существуют технологии, которые позволяют проводить ремонт, в том числе и при минусовой температуре, используя так называемый литой асфальт, бетон. Дорожные службы уже неоднократно использовали его в своей работе, и этот способ зарекомендовал себя как вот такая временная мера, очень даже неплохо. Поэтому я считаю, что и необходимо приступить и сделать ямочный ремонт там, где это, не дожидаясь весны, там, где мы видим разрушение покрытия, с использованием вот этих технологий, о которых я сказал. Я имею в виду предварительную просушку еще вместо укладки литого асфальта. Я прошу министра транспорта и автодорог Рязанской области Евгения Мижорина и главу администрации города Рязань провести сейчас вот обследование дорог и принять решение по заделке выбоин, ямок именно литым асфальтом до перехода к весеннему капитальному ремонту этих автодорог. В регионе создадут один из крупнейших центров по производству лекарственных препаратов в стране. Эта идея нашла поддержку в правительстве страны. В области уже работает завод по производству вакцин. Соглашение о создании фармакологического кластера на его основе подписали на этой неделе. Подробности в сюжете. Новый импульс развитию бизнеса в регионе. Рязанским предпринимателям упростят доступ к кредитным ресурсам. Поддержит бизнесменов Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства. Во вторник соглашение о взаимодействии подписали губернатор Олег Ковалев и генеральный директор корпорации Александр Браверман. Приоритетными для нас являются направления высокотехнологичные и направления, которые являются импортозамещающими, направления, которые являются базовыми для несырьевого экспорта. Что касается высокотехнологичного сектора, то специальные финансовые отношения в виде специальных финансовых продуктов, как то продукты кредитные, гарантийные, страховые, совершенно очевидно требуются. Малый и средний бизнес теперь сможет получать как финансовую поддержку, так и информационно-маркетинговую, правовую и имущественную. Получить эти услуги несложно. Достаточно визита в многофункциональный центр. Эти центры должны облегчить предпринимателям доступ к финансам, помочь с лизингом и обучением. Олег Ковалев отметил, что соглашение имеет стратегическое значение для региона, потому как в общей численности занятого населения каждый третий трудится в малом и среднем бизнесе. Доля объема продукции, товаров и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, –
составляет свыше 30% в валовом региональном продукте. В регионе много делается для поддержки малого и среднего бизнеса. Вот за период с 2008 года по 2015 год на эти цели было направлено 2,2 миллиарда рублей. В рамках визита Александра Бравермана обсуждались и вопросы развития фармацевтического кластера в регионе. Его центром станет одно из крупнейших предприятий отрасли. Есть рынок, гарантированный сбыт, есть производство, есть оборудование, есть помещения, есть люди. Все складывается. Конечно, это дорога с двусторонним движением. Здесь необходимо большие усилия со стороны региональной власти. И, безусловно, нам нужна поддержка агентства, которое возглавляет Александр Арнольдович. Поэтому будем работать. Высокие технологии, курс на импортозамещение, создание новых рабочих мест, в том числе и высокотехнологичных, где смогут работать выпускники рязанских вузов. Все это является перспективой для развития крупнейшего в стране фармацевтического кластера, реализация которого начнется в ближайшее время. Телеканал Life News доказал невиновность рязанского офицера Олега Пономарева. В распоряжении телеканала оказались заключения экспертизы, которую провели специалисты лаборатории судебно-экспертного учреждения Министерства юстиции. Они позволили установить окончательные причины катастрофы в Омском учебном центре ВДВ, которая в июле 2015 года унесла жизни 24 десантников. По мнению экспертов, в момент строительства здания в 1975 году строители допустили столько нарушений, что его вообще нельзя было эксплуатировать. И этот факт говорит о невиновности рязанского полковника Олега Пономарева, который проходит основным обвиняемым по делу об обрушении. Например, для закрепления кирпичной кладки использовался цемент низких марок. Бетонные плиты перекрытий также не соответствовали ГОСТу. Анкеры, которыми плиты крепились друг к другу, оказались короче нормы на 20 сантиметров и были изготовлены из арматуры третьего класса, хотя строители были обязаны использовать высококлассную сталь. Одна из плит, которая как раз и находилась в зоне обрушения, опиралась на стену самым краем, что не могло обеспечить необходимой жесткости конструкции. В свою очередь, кладка выполнялась из силикатного кирпича, а он плохо переносит низкие сибирские температуры, а в некоторых местах между рядами кирпичей полностью отсутствовала цементная связка. Несмотря на все эти нарушения, трехэтажное здание смогло простоять почти 40 лет. Однако ремонт, проведенный в 2013 году, усугубил ситуацию. Строители приставили дополнительный верхний этаж, тем самым нарушив монолитность здания. Кроме того, казарма пережила расширение оконных проемов за счет вырубки кладки, что сделало стены еще менее прочными. При устройстве новых вентиляционных шахт рабочие нарушили жесткость каркаса здания. Вентиляционные ниши рубили на всех этажах. При этом никакого усиления кирпичной кладки сделано не было. Ремонтники пытались усилить продольные стены казармы, но даже это сделали некачественно, поскольку швы между плитами не были залиты бетоном. Все это привело к тому, что в результате монтажа новой кровли, установки дополнительных простенков на верхних этажах, нагрузка на кирпичные стены первого этажа выросла на треть, и 12 июля 2015 года они не выдержали и рассыпались. Напомним, в качестве обвиняемых по делу об обрушении казармы были арестованы генеральный директор компании «Ремэксстрой», проводивший капитальный ремонт обрушившейся казармы Александр Дорофеев и начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Олег Пономарев. Дорофеев по-прежнему находится под стражей, Пономарев отпущен под подписку о невыезде. По мнению адвокатов офицера, данные экспертизы – очередное доказательство невиновности их подзащитного. 12 июля 2015 года около 22:30 в четырехэтажной казарме учебного центра ВДВ обрушились несколько пролетов перекрытий одной из секций. Под завалами оказались 45 человек. Из 337 находившихся в тот момент в здании, 24 человека погибли. Рязанцы, которые не установили счетчики, будут платить за воду в 5 раз больше. Этот вопрос взволновал многих горожан, но пока подобные штрафы отложены до 2017 года. Однако тенденция такова, что даже с установленными счетчиками затраты горожан на коммунальные услуги не становятся меньше. Анна Герцовская о коммунальном недоразумении. В свете недавней информации о подорожании тарифов на воду, жители Рязанской области стали активнее устанавливать приборы учета. Счетчики могут позволить принести реальную экономию денег. Да, у вас должны стоять приборы учета. Следующий этап, и опять-таки в этих правилах оказания коммунальных услуг, речь идет о том, что приоритетом отдается, если оплата по тепловым приборам, у нас еще не стоят тепловые счетчики на батареях, по которым вы реально можете платить. Но это следующий этап, и мы к этому придем. Потому что экономить нужно на всем.
Счетчики воды позволяют платить по счетам фактически за израсходованную воду. Другая ситуация с теми людьми, у которых нет установленных водомеров. И по закону, если в квартире прописан один человек, а проживает целая семья, то люди все равно платят из расчета тарифа на одного человека. Но вода, тем не менее, расходуется за целую семью. И у многих горожан возникает закономерный вопрос, кто же за нее платит. Не входит ли плата за потерянную воду в общедомовые нужды или в какие-то другие платежи? Когда вы задаете вопросы голословно, вам никто ничего не говорит. Напишите заявление о том, что вы хотите получить письменный договор на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию многоквартирных домов. Потребуйте в соответствии с законом о защите прав потребителей, в соответствии с пунктом 1 статьи 33, составление твердой сметы к данному договору с указанием объемов и стоимости услуг. Ранее сообщалось, что для потребителей, не имеющих счетчиков воды, будет серьезно увеличена плата за воду. С начала этого года в 3 раза, а с июля в 5 раз. Это планировалось сделать для стабилизации ситуации. И если сейчас вопрос о возможном повышении тарифов находится на стадии планирования, то штрафы для недобросовестных плательщиков коммунальных услуг уже увеличились в несколько раз. Эта мера должна предотвратить задержки по оплате коммунальных счетов, что в свою очередь скажется на снижении долгов перед сбытовыми компаниями региона. Серьезные штрафы ожидают и тех людей, которые приноровились подкручивать свои водомеры для уменьшения их показаний или предоставляют неверные данные о количестве израсходованной воды. Помещение Рязанской налоговой еще на той неделе штурмовали возбужденные рязанцы, жаждущие сдать заявление на получение ИНН или получить заветную бумажку. В связи с чем был вызван такой ажиотаж и как на это отреагировала налоговая в следующем материале. Подобная ситуация в настоящее время происходит во всех территориальных налоговых инспекциях города. В последние дни января рязанцы в массовом порядке пошли оформлять ИНН. Причиной ажиотажа стали изменения в правилах проверки формы 2 НДФЛ, которые ввела в 2016 году Федеральная налоговая инспекция. Нововведения заключаются в том, что от налоговых агентов больше не принимаются справки, где не указан ИНН или вместо него приведена произвольная последовательность цифр. Поэтому работодатели потребовали от работников предоставить ИНН. Срок для предоставления информации на многих предприятиях дали весьма короткий – до 1 марта. Компетентно хочу заявить, что наличие ИНН в справке 2 НДФЛ является необязательным реквизитом, поэтому справка может представляться и без ИНН. Что же из себя представляет, собственно, свидетельство о постановке на учет? Это документ, содержащий информацию об ИНН, а также подтверждающий факт постановки на учет физического лица в налоговом органе по месту нахождения. В случае изменения местонахождения свидетельство не меняется. Таким образом, со временем данные, которые отражаются на этом листе бумаги, теряют свою актуальность. Справедливости ради стоит отметить, что столпотворение горожан в отделениях налоговой инспекции – дело рук сотрудников бухгалтерии, тех предприятий, на которых они трудятся. По сути дела, на фоне сезонного пика заболеваемости такой ажиотаж ни к чему. Ведь и заветные цифры ИНН, если он у гражданина имеется, узнать можно другими способами, не простаивая в очередях. Во-первых, на сайте Федеральной налоговой службы представлен сервис «Узнай свой ИНН». В случае указания фамилии, имя, отчества и паспортных данных, любой гражданин может узнать свой ИНН. Это первое. Во-вторых, сведения об ИНН указываются на налоговых уведомлениях, направляемых в адрес налогоплательщика физических лиц, а также иных документах, направляемых налоговым органам в адрес налогоплательщиков. То есть информацию об ИНН гражданин может получить и другим совершенно доступным для него простым способом и предоставить данные в бухгалтерию, если это необходимо для ведения бухгалтерской отчетности и начисления заработной платы. Если же ИНН не был оформлен, вам все-таки придется написать заявление на его получение в филиале налоговой службы по своему месту регистрации. Чтобы не отстаивать очередь, можно записаться на прием онлайн на сайте налог.ру. Оформляя онлайн-запись, вы сможете выбрать подходящий для себя день и время. Вам тут же будет дан номер кабинета и окошко, в коткотором вам будут оказаны услуги. На 6-й день после подачи заявления вы сможете получить свидетельство с номером. Записаться на получение ИНН можно также онлайн. По словам сотрудников налоговой инспекции, очереди из тех, кто оформляет ИНН, у них в настоящее время несколько поубавились. Рязанский станкостроительный завод, восстановленный в прошлом году, планирует выйти на доперестроечные объемы выпуска продукции. Завод является одним из крупнейших в регионе. У него есть 3-летняя программа, которая позволит восстановить производство. Губернатор Олег Ковалев на неделе лично побывал на предприятии.
Губернатор Олег Ковалев посетил территорию бывшего станкостроительного завода, где в настоящее время расположено несколько предприятий. Сегодня Рязанский станкозавод выпускает и предлагает к продаже самое современное импортозамещающее оборудование. В течение 2015 года на предприятии было произведено 25 единиц оборудования разной направленности, от легких токарных до тяжелых специальных станков. Часть продукции отправляется и потребителям железнодорожной продукции, то есть вот станок, который показывали, он может ремонтировать колесные пары. То есть это может быть покупать отрасль машиностроения, для которой направлена на железную дорогу. Это могут покупать предприятия железнодорожного транспорта, которые занимаются ремонтом колесных пар. То есть вот достаточно широкий спектр, но в основном наш завод все время работал на оборону. На заводе был сделан капитальный ремонт кровли корпуса, выполнен капремонт административной части здания. Ведутся подготовительные работы по реконструкции системы отопления и газового хозяйства. В текущем году планируется провести капремонт остальных помещений завода. Активно продолжается техническое оснащение предприятия. В прошлом году было закуплено 24 единицы оборудования для обеспечения технологического цикла производства. В 2016 году планируется приобрести еще порядка 18 единиц оборудования. Сейчас мы проведем совещание, на котором обсудим все те проблемы, в том числе и связанные с нашими заказчиками нашего оборудования, и в том числе рассмотрим перспективы развития станкостроительной отрасли. Ну, во-первых, это лоббирование интересов. Так, это работа с правительственными организациями, учреждениями. Это работа с крупными государственными корпорациями, такими как Ростех, там, как другие оборонные корпорации. Так, значит, с тем, чтобы помочь выстроить им стабильные, долгосрочные взаимоотношения. В 2016 году на заводе планируется произвести до 50 единиц станочного оборудования на общую сумму порядка 700 миллионов рублей. Наряду с выпуском новых станков планируется оказание услуг предприятиям, в том числе оборонно-промышленного комплекса по модернизации и капитальному ремонту ранее произведенного на Рязанском станкозаводе оборудования. В настоящее время численность работающих на предприятии сотрудников составляет порядка 100 человек. В планах на 2016 год увеличение числа основных рабочих на 40 человек. Январское похолодание миновало, но его след еще не простыл. Морозы наглядно продемонстрировали, что в Рязани вновь оказались не готовы обеспечить людей теплом должным образом. Страницы в социальных сетях и телефон редакции стали раскаляться от огромного количества жалоб на качество отопления. Анна Герцовская разбиралась с одной из таких проблем. В Рязани достаточно много таких домов, жильцы которых испытывают проблемы с водоснабжением, отоплением или коммунальными услугами. И сегодня мы решили заглянуть в один из таких прекрасных домов, который собрал в себя все проблемы. Валентина Ивановна Мотина пережила ленинградскую блокаду, затем сразу же переехала в Рязань. Она многое помнит с тех времен и вспоминает поведение дворников в довоенное время. Говорит, что тогда уборка осуществлялась рано утром, до того, как люди начинали идти на работу, чтобы не пылить и не мешать гражданам. А сейчас даже не хочет комментировать уровень уборки в своем собственном дворе. Всех проблем своего дома она запомнить уже не может, поэтому записала их на листок. Проблема с отоплением в ванной комнате. Она не отапливается уже несколько лет. Обращались неоднократно в ЖЭУ, но результат никакого. Теперь о капремонте. Дом наш заселен в 62-м году, 53 года назад. И, безусловно, он требует капитальных ремонтов. Капитальный ремонт нашего дома запланирован теперь. Я должна дожить до 110 лет, чтобы дождаться этого ремонта. Многие жильцы дома номер 51/53 на улице Дзержинского собрались, чтобы поделиться проблемами. Одна из квартир здесь является нежилой. Ее хозяйка уехала в другой город. Попасть туда невозможно, хотя необходимо. Ведь по вине этой квартиры в одном из подъездов полностью отключено отопление в ванной, что уже приводит к заболеваниям жильцов. Тетя Валя уже его давно нет, вторую зиму. А у меня волнами греется батарея, холоднеет, греется, холоднеет. Знаете, как будто я воду прибавляю горячую, убавляю. То есть... А у нее вообще не доходит до нее даже. Простудиться после принятия ванной – это привычная ситуация для жителей злополучного дома. Здесь существует проблема с протечкой крыши, на ней есть дыры, но ремонта не осуществляется. И больше всего жителей возмущает неубранная территория во дворе, которого и так практически нет. Основное место перед домом занимает теплотрасса. Наш дом как призрак. Вот он есть, но его нету. Везде делаются дороги, везде делаются детские площадки, везде все делается, но у нас ничего нет.
Вот вы сами видели, у нас бардак. В подъездах жителей пугают оборванные провода, причем не все жильцы знают, для чего они предназначены. Еще один вопрос – фундамент здания. Дом построен в 1962 году, ремонта ни разу не проводилось. Фундамент не только трещит по швам, он еще порос плесенью и мхом. Ответить по существу за все неудобства в управляющей компании этого дома нам отказались. Вам жалуются люди? Вот, вы приедете сюда и все расскажете. Директор расскажет. Вы мне можете как-то откомментировать? У них никак не могу комментировать. Нет, по поводу вот они... Вы, если сели в компанию, приезжайте сюда, пожалуйста. Успокоиться по поводу того, что нет у них отопления в доме. Вы слышали что-нибудь об этом? При всем этом жильцы дома на улице Дзержинского очень надеются на то, что ситуация будет иметь разрешение. А пока они продолжают платить более 5000 за обслуживание своего жилья и предоставляемые коммунальные услуги того дома, который не выдерживает никаких стандартов. 1 миллиард рублей одной купюры могут увидеть рязанцы. В городе работает выставка «История денег России в монетах и банкнотах». Та, что достоинством в миллиард, была в ходу в 1924 году. О ней, а также о каждом из 1500 подлинных экспонатов частный коллекционер Владислав Студеникин собрал дополнительную информацию. Здесь можно найти монеты времен Золотой Орды и деньги отдельных губерний Российской империи. В Рязанском Кремле работает выставка «История денег России в монетах и банкнотах» из частной коллекции Владислава Студеникина. Более 500 разновидностей подлинных монет и банкнот, которые были в ходу на территории нашей страны со времен Золотой Орды и по настоящее время, можно увидеть в стенах певческого корпуса до 28 февраля. Заметное место занимают выпуски денежных знаков отдельных городов и губерний огромной Российской империи. Это очень наглядный инструмент, так как любое изменение общества, оно прежде всего отражалось на самом чувствительном, это на деньгах и ценах. И естественно, цены диктовали размер монет, то есть их содержание драгоценного металла. Вот здесь вы увидите, как из маленьких чешуек они превратились в большие, потом опять в маленькие, потом опять в большие, потом стали бумажными. И в конце концов получили золотое обеспечение. Какие ужасы несет в стране гражданская война. И здесь очень наглядно представлено, что лучше спокойно жить и поступательно развиваться обществу. Также на выставке можно узнать, чем расплачивались за работу в немецких концлагерях и в советских трудовых лагерях НКВД. Какие деньги выпускала Германия для оккупированных областей Советского Союза и для каких стран Россия сама выпускала деньги. Когда я, наверное, в классе четвертом был, я залез на чердак к себе в деревню и там обнаружил среди прочего хлама екатерининский пятак 1769 года. Он представлен здесь на выставке как первый экземпляр. Вот с этого и началось. А потом, когда я пошел в клуб, в Рязанский клуб археологов, как-то больше, поближе познакомился с производством денег в Древней Руси, благо и музейная коллекция была такая довольно-таки интересная. Ну и почему бы не начать собирать? Надо же что-то было собирать в детстве. Вот начал собирать монеты. Сначала бессистемно, а потом какая-то система пришла, и вот она сейчас вылилась в подобную выставку. Увлечение настигло Владислава Студеникина около 15 лет назад. И с тех пор история бонистики и нумизматики, а также предметное собирательство, как он сам признался, основная страсть его жизни. За окном последний месяц зимы, осталось подождать еще немного, и рязанцы встретят любимую весну. Ну а что ожидать от февраля? Сможем ли мы порадоваться зимним забавам, или же погода останется в промежуточном состоянии между зимой и весной? Как и всегда, узнаем от нашего собственного синоптика Натальи Новиковой. Она в прогнозах никогда не ошибается. Зима в этом году преподнесла немало сюрпризов жителям нашего региона. Теплый безснежный декабрь сменился чрезвычайно холодным январем. Потом нас засыпало снегом, после чего вновь наступило аномальное тепло, и на смену снегопадам пришли дожди. А резиновые сапоги вошли в моду. Осталось меньше месяца хозяйничать зиме, дни заметно увеличились, стало выглядывать солнце, а на улице, как ни странно, появился ранний дух весны. По ощущениям, за окном абсолютно мартовская погода. Синоптики прогнозируют, что первая декада февраля будет очень
день теплый. Аномалия температуры превысит плюс 10 градусов, а заодно выпадет более половины месячной нормы осадков. По сравнению с началом текущей недели к концу становится холоднее. Положительные значения температуры воздуха переходят в отрицательные, но, тем не менее, вполне комфортные. В выходные станет еще чуть прохладнее, но не критично. А вот осадки, скорее всего, пока обойдут наш регион стороной. В выходные дни окажет свое влияние гребень антициклона. Ожидается преимущественно без осадков и похолодает. Ночные температуры составят -3, -8 градусов, местами по области до -10. Днем прогнозируется от 0 до -5 градусов. Насколько долго внеплановая весна задержится в нашем городе, пока доподлинно неизвестно. Возможно, настоящей зимы в этом году вообще больше не будет. В любом случае, у котов март, настроение поднимается, а значит, весна идет, весне дорогу. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете посмотреть на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея на Введенской».